Это выход из метро. Что это было? Я думал, что с ними покончено. Думал, я раскрыл все их секреты. Думал, что вытряс из них всю пенсию. Но как бы я ни старался, они всегда находят способ восстать. И не просто восстать, но еще и обновиться. Гребаные старперы! Да, друзья, я снова возвращаюсь в дом Грэнни. Вы можете подумать, что я сошел с ума, но это не так. Я иду туда, чтобы увеличить свои шансы. О каких шансах я говорю? Помните, я уже не раз вам рассказывал о дебетовой карте Тинькофф Блэк? Ну, та самая, которая приносит кэшбэк рублями до 30%. Та, у которой ежемесячный доход на остаток и крутейший дизайн. Конечно, помните. Ну так вот, если вы тоже ей пользуетесь, то у меня хорошие новости. Вы можете стать одним из победителей в розыгрыше с призовым фондом 200 миллионов рублей. Что для этого нужно сделать? Просто повторяйте за мной. Юджин, опять ты? Привет, бабка. Знаю, я тебя постоянно сбегал, ты за это на меня немного в обиде. Я понимаю, никто не любит проигрывать. Итак, для участия в розыгрыше нужно просто порекомендовать оформить карту Тинькофф Блэк своему другу. Ты мне не друг. Для этого отправьте ему свою индивидуальную ссылку приглашения до 20 декабря. Сгенерировать ее можно по ссылочке в описании или в приложении банка. Что-то пришло на мой телефон. Все, теперь ты можешь просто пройти по этой ссылке и оформить себе дебетовую карту Тинькофф Блэк. Сделаешь это, и я гарантированно получу за это 1000 рублей. И так за каждого приведенного друга. А мне что с этого? А друг получает бесплатное обслуживание карты навсегда. Да и к тому же у тебя будет карта с кэшбэком до 30% и доходом на остаток. Слушай, а дед дома, у меня к нему разговор. Он в другом доме. Зачем он тебе? Он нужен мне, чтобы я мог увеличить свои шансы. Шансы? Ведь приглашая друзей, я увеличиваю шансы выиграть отдельный денежный приз. Я войду, да? Дед, выходи, разговор есть. Нету тут деда! Это не та часть игры! А, точно. Ну ладно, хотя бы одного друга я успел пригласить до 20 декабря оформить Тинькофф Блэк. А значит, я автоматически получил шансы выиграть денежный приз за всех приглашенных мною в этом году друзей, оформивших Тинькофф Блэк. Друзья, если у вас до сих пор нету карты Тинькофф Блэк, вы можете ее также оформить по ссылочке в описании. Приглашайте своих друзей и участвуйте в розыгрыше с призовым фондом 200 миллионов рублей. Ладно, бабка, пойду я, наверное. А вот этот что, ремонт, что ли, был? Все как-то изменилось? Да, я ждала одного очень важного гостя. День первый. Значит, тактика ясна. Мы не отвлекаемся ни на какие предметы, которые не связаны с новым типом прохождения. Итак, давайте быстренько. Что у нас тут здесь есть? Здесь нет. Туда-сюда. Книжка нет. Стоп. Бук. Просто бук. Нет, мы не должны это брать. Да, это же просто предмет, который нам не нужен. Ай, я и забыл, что она внезапно любит появляться, когда не надо. День второй. Бабусь! Бабушка! Знаете что, давайте сделаем вот так. Оп, побежали. Стой, быстрей. Она уже тут. Вот она открыла дверь. Теперь мы должны зайти и стыбзить Мишку, как мы обычно это любим делать. Погодите. Где мы? Так, открывать. Мишка! Эй! Эй, Женёк, здоров! Как дела? Давно тебя не было. А ну, завали, ты мне нужен только для моих корыстных целей. Приманить бабку. Так, вот она. Кидать Мишка. Она ушла. Хорошо. Значит, нам нужно теперь просто выдохнуть. Какого хрена она пришла ко мне? Она не должна была приходить ко мне. Она же ушла. Зачем она вернулась? День третий. Как-то нехорошо у нас все получилось. Вон она! Вон она! Ап! Ап! Ой, даже музыка заиграла! Какой экстрим! Какой накал страстей! О, боже мой! Скорее обратно вот сюда, в нору. Мишань, иди сюда. Ты здесь вообще, бабка? Воу-воу-воу-воу-воу! Нифига себе, она меня видит. Даже когда я в зоне ее недосягаемости. Тут везде коробки. Иди отсюда в другую сторону. Она встала. Все. О, и кинула капкан на коробочку. Изящно. Фух. Берем, побежали. Че ты не бежишь? О, блин, она коробок накидала специально. Все, о безопасности. Теперь мы можем наконец-таки реализовать нашу тактику. Моя тактика заключается в том, если кто-то не смотрел предыдущие выпуски, а нужно их смотреть, они вот здесь. Вот мой пальчик указывает четко на кнопочку, которую тебе нужно нажать, чтобы посмотреть все выпуски по Грэнни, по всем частям. Это потрясающее зрелище. Громко это было, но ничего, ничего. Это было тоже громко. Так, что у нас здесь есть? О! Remote control. Это что-то новенькое. Давайте сразу тогда сложим все здесь. Вот сюда кинем его, кстати говоря. Вам нужно подойти ближе к чему-то. Чему-то ближе, что мы будем активировать. Офигеть. К телеку, наверное. Или кондиционер. А то жарко в бабкином доме. Из-за накала эротизма, конечно же. Слышите этот голос? Просто ласкает мои уши. Как мой голос ваши. Итак, дропаем. Что-то негромко дропнулось. Я хочу просто ее сюда приманить. Она же по-любому придет.
Во. Она придет сюда. А значит, я могу спокойно, безнаказанно шастать здесь. Смотрите, птичий корм. А я знаю, куда птичий корм. Мы можем сразу его использовать. Вот так удача. Конечно, это сопряжено с определенным риском. Риском подохнуть. Но давайте это сделаем. О, что-то плюхнулся так хорошенько. Мне кажется, даже я колено себе повредил. Ау. Опа! Смотрите! Вот этого не видал я. Тут еще целые коридоры. А эта дверь не откроется, пока, насколько мне память не изменяет. Вот, сюда нужно чем-то выстрельнуть. Память мне не изменяет. Вообще, она довольно-таки распутная у меня память. И ей дай волю, она будет изменять меня со всеми. Нет! Какие у меня скрипучие пятки! Слушайте, она явно пришла туда, но я не слышал от нее всяких реплик. Ее здесь нет. Блин, это стрёмный такой портрет. Это как будто та же самая бабка, но младенец. Она как Бенджамин Баттон, она родилась старой. Возможно, перед нами очень-очень молодая девушка, ну, в плане лет. Возможно, ей лет 10. И она просто бегает за нами, чтобы поиграться. Итак, давайте юзаем. Найс. Что? Птица вылетела. Чё ты делаешь? Скорее, пожалуйста. Как сложно на телефоне все это делать! Боже мой, как страшно мне! Отлично, мы взяли кусачки. Опа, смех. А, капкан поставил, да? Тихо. Что у нас здесь? Доски. Нужен молоток. Вот. Шестеренка. Шестеренку потом. Так, я помню, где мы находимся. Внизу Мишка ждет. Быстрее. Сейчас сразу два предмета получим. Два. От. Погодите. Мы даже можем вот так сделать. Сразу хоп и напортачить. От. И вот сюда кинуть. Оно издаст звук невыносимый для бабки. Она придет проверить. А мы тем временем пойдем вот сюда. И шестеренку-то заберем. Ибо нефиг. Вот, бежит. А мы тем временем побежим на второй этаж. Мы здесь. Ключ от машины возьмем, на всякий случай. Здесь нужен ключ от оружейной. Там оружие какое-то. Давайте попробуем сразу открыть машину. А ты кто у нас тут, смотрите. Здесь патроны от дробаша. А, вот сюда нужно будет части дробаша сложить. Блин, да что это за туннели такие? Этого раньше точно не было. Теперь нам нужно бабку сюда приманить. О, как... Нифига себе, как громко. Она как раз таки побежала. У нас не так много времени. Ой, я звук издал. Вот я урод, что я звук издал. Так, давай вот так. Тихо! Доски. Все, убираем. Отлично. Что это? Кусок двигателя. Кусок говна, скорее. Собственно, я не знаю, что мне теперь делать с молотком, но я бы походил по первому этажу. Звук. Звук есть. Начинаем. Тут ничего нет. Что это? Ремоут. А-а-а! Вот что это такое. Вот здесь нужен ремоут контроль. Пойдемте за ремоут контроль. Мне бы забрать его побыстрее. О! Сразу два капкана кинуло. Три? Пять капканов подряд? Юзать. У! Открыли. Что у нас здесь? Погодите, это что-то важное. Спрей. Кот. Какая-то палка. Пеппер. Перцовый баллончик? Мы можем спреить бабки прям в рожу. Я хочу это проверить. Походу, мы застанем. О! Люк. Нужен ключ паука. Ой, нет. Давайте пробуем. Есть! Она не идет. А я звук издал. Слышите, я хрущу. Я тереблю эту маленькую досочку, которая... не закреплена. Да черт меня дери, насколько она застанет? Что-то не так. Меня пытаются обмануть, мне кажется. Мне пытаются бдительность ослабить. Но Евгений не ослабит никогда свою бдительность. Ведь он еще то сыкло, а сыкло за всю свою жизнь учится смотреть по сторонам. Я как голубь уже почти на 360 вижу. У меня глаза вот так вот расплываются по бокам, чтобы видеть все. Слушай, она не идет. Я убил ее? Навсегда? Или она пошла в ванную промывать свои глаза? Чё это? Опа, гаечный. Вон она! Бегите, она все это время там стояла! Оп!
Она вообще с закрытыми глазами теперь ходит. Что это такое? Кусок шотгана! Хороший кусок. Погодите, а сейчас она как-то лучше, по-моему, себя чувствует. Даже не знаю. Вот я уже два раза, получается, в нее выстрельнул. Давайте кинем... Ой, блин, я спрейнул зачем-то. Мне нужно забрать шотган. Шотган взял. Мы в безопасности. Че это за кусок шотгана такой? Это, знаете, шотган для детей, когда ты просто берешь палку и представляешь, что это оружие. Есть. И, конечно же, нужно забрать... Пепперспрей. И, конечно же, нужно сбегать и забрать ту палку, которую мы нашли. Палка, я не знаю для чего ты, но ты нам точно понадобишься. Значит, теперь мы должны ее сюда заманить. Ой, я не знаю, как это сделать. Она там скинула целую пачку. Просто оптом скинула мне капканов. Спасибо, конечно, большое. Вон она. Окей, побежали. Как мне вот пройти здесь? Ладно, привет. Оп, стоп. А! Я сразу в два попал! Но зато я очистил себе путь. Побежали. Фух, окей. Мы на втором этаже. Она близко. Надо закрыть дверь. И сразу подкрывай, потому что я сделал громкий звук. Зачем я сделал этот звук? Блин, почему в этой игре не сделали предмет мягкие тапочки? Ты их одеваешь и не скрипишь больше. Есть еще вот эта комната, которую мы не осмотрели. Пожалуйста, что-нибудь супер полезное, продвигающее меня дальше по сюжету. О, видали? Это да, шкаф откроет. О, блин! Ты кто? Это та бабка! Стоп, 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 стоп! Сюда. Это та бабка с фотки! Так, кажется, сюда бабушка не идет. Надо смотреть. Может быть, сюда я могу что-то положить? Может быть, я могу положить. А что? Окей, теперь, видимо, нам нужно просто наверх. Смотрите, что это такое. Это вентиль? От чего? Ладно, давайте просто... Хоп! Живы! Да. Короче, я так понимаю, что нам нужно взять эти шестеренки и использовать их на домике на улице. Ай. Мне нужен ключ от домика. Ты какого говна? Но шестеренки стопудово сюда нужны. А ты чё? Чё здесь висишь? Спрей пустой, все! О, как хорошо, что я не понадеялся на него. Погодите, я же везде уже побывал. Что я упустил? А! Ну, конечно. Берем топор. Ой, молоток, извините. Так. Юзать. Юзать. Юзать! Оп! И прятаться. Как раз-таки в этой комнате нас ждут секреты, которые мы еще не раскрыли. Здесь нужен специальный ключ, которого у меня нету. Стейк. Это для паука наверху. Погодите, а это почему-то не открывается? Я же вроде бы могу сюда палку положить. Да. Идиот. Не то я нажал. Надо было вот это нажать. Вот там наверху паук будет. Я точно, я вспомнил. Память мне снова не изменила. Идем. Аккуратно. Это так громко было. Хорошо, она бежит сюда. Я знаю, что она может меня увидеть через эту дырку, поэтому давайте не будем попадаться ей на глаза. Ну давай, пожалуйста, без скрипов. Закрыто. Я честно, я не знаю, как здесь быть. Я вспомнил. Нам нужно будет просто петли убрать, правильно? Все дело в петлях. Каттинг плайерс нужны! Пожалуйста, почему ты? Пожалуйста. Пожалуйста, быстрее. Открой! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Она же не пройдет здесь? Скорее! Скорее! Так, каттинг плайерс. Черт! Повредился немножко. Немножко, немножко, немножко. Кусачки, резачки, быстрее за ними. Вы где? Супер страшно все это. Наверх, наверх, быстрей! Скорей! Здесь аккуратно, на цыпочках. Есть. Перерезал, кинул. Кто это? Ключ от сейфа! Прекрасно! Оп! Давай сюда беги, бабка. Мы тем временем... Оп! Вот это проскрипел. Там еще часть моих костей проскрипела только что. О-о-о! Прогресс здесь. Что это? Расти, падлок, ки. Погодите, что? Что это за какой-то ржавый ключ? От чего он? А, в общем, из-за того, что я не знаю, каким образом мне добыть шотган, я не нашел ни одной детали, только одну. Вот, именно из-за этого я не совсем понимаю, как мне добыть предметы, которые там вот на стене. Оп, опа. Стоп. Короче, я решил
вот так сделать. Оп! Говно! Говно план. Ладно, отмена. Так, есть одна идея. Чисто наобум. Я никогда не видел этой книги раньше. А. Ой, как много звуков издал. Вообще повсюду звуки. Везде, блин, нашумел. Мы возьмем эту книгу. И попробуем, ну, чисто вот ради прикола. Стой, 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 прятаться, прятаться, прятаться. Черт, она сработала. И она была жива. Погодите, может быть, у нее что-то выпало? Ты как, мадам? Я вас подвигаю. У вас выпало что-нибудь? Нет, ничего не выпало. Зачем я ее освободил? Стоп, а может быть, книгу надо было забрать? Пойдемте за книгой. Книжка, 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 книжка. Черт! Ты куда поползла? Ты уверена, что тебе стоит сейчас выползать? Ты еще так больна. Спайдерки! Быстрее валим отсюда. А значит, теперь мы можем приманить ее вот сюда. Я столько предметов нашел, я вообще не понимаю, для чего они нужны. А, открыли! Ху! Теперь надо немножко сныкаться. У нас с вами есть из предметов, которые я никогда раньше не видел, это вот эта палка и вот этот ключ. Ну и колесо, по-моему, тоже. Что, если нам все это отнести? Поскольку я не видел выхода из этого подвала еще. Значит, по очереди будем сейчас все относить. Видимо, отвертку нам не суждено вообще было получить в этом прохождении. Все, упало, упало, упало. Теперь кран. Все, хватаем ключ. Я не знаю, что там меня ждет. Все, прыгаем. Что это такое? Что? Ключ. От оружейной. Здесь. Так мы можем отсюда выйти, получается? Ладно, давайте все бросать. Заодно мы сейчас, кстати, издадим звуки и поймем, бабка сможет вообще сюда прийти или нет. Выжидаем. Но я уже прилично здесь стою, и я ее не... Уа! Что это такое? Короче, бабки нету. О. А, она сюда и не может прийти. Это, кстати, радует. Здесь я немножечко в безопасности. Это хорошо, ладно? О, паучок. Ты добрый? Он добренький. Слушайте, я, по-моему, здесь уже... Я ползу здесь... Два? Что за два? Неюзабельная. Окей, ладно, пойдем сначала в цифру два. Ах, вот мы как сюда приходим. Окей, мы это будем знать. Два, это выход из метро. Что это было? Что это было? Что за... Что за лабиринт? Это мать-паук! Я думаю, мне нужно пойти оружие взять в первую очередь. Ага. Вот и дротик. Слушай, а может быть стоит сходить в ту комнату? А может быть еще отвертку стоит получить? Ой, так много всего нужно сделать. Ту бабку, еще более древнюю, я освободил. Она умерла, дала мне ключ от паука, и она же сама стала пауком. Вот такая вот история. Давай, главное попасть. Изи! Так, что это такое? Ловушка, фриз и батарея от машины. Бесполезно. Зря только сюда пришел. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Есть! Пожалуйста, отдай. Отлично. Целую минуту ее не будет. Да, не трогай мой дротик. Елки зеленые, ну бабка! Сейчас дрысни. Так, пока ее нету, пока ее нету. Нам нужно срочно забрать то, что там наверху. А там отвертка наверху. Так, стрелять. Какой дерьмовый выстрел! Как-то надо мне в это попасть. Понятно, ты будешь издеваться надо мной сейчас, да? Это что за нафиг такое, а? Я рискую, возможно, напрасно. Ну, ё-моё, стреляйся! Есть, наконец-то! Хорошо, мы заполучили отвертку. Отверточка. Ты будешь мне в руку, братцу, блин. А, аккуратней. Боже, я надеюсь, оно работает на пауке. Бабка-паук! Ты где? Вот! А! Так, повысим вам артериальное давление сейчас чуть. Что за говно? Блин, какая-то мерзкая.
От нее отскакивает! Ну бишь, он бесполезен здесь! Так, хорошо, ты реагируешь на звуки? Нет. Она сейчас вернется. Сейчас она здесь проползет. И тогда я пойду в ту сторону посмотрю. Да че ты туда-сюда ходишь? Нафиг! Валим. Куда-нибудь. Так, здесь у нас что? Что? Еще какой-то предмет. Кусок шотгана. Сдается мне шотган, нам нужно собрать. И, видимо, только шотган и работает с этим пауком. А-а-а. Черт. Опа, что это? Отвертка нужна здесь. Вы охренели? Так. Нужен Rusty Padlock Key. Вот он. Нужен Chain Cutter. И нужно какая-то там, какой-то там, блин, рычаг. А, палка. Нужна палка. Что это за лифт? Без понятия. Скорее, скорее, скорее. Скорее есть. О, значит, деталь от шотгана мы кинем вот сюда. А все предметы сейчас нам предстоит. Ой, как страшно нам предстоит сейчас. Нам бы еще отвертку, кстати, получить. Да, за отверткой надо сгонять. Прямо сейчас. Лучше сейчас, чтобы потом не забыть. Ой, бабка, ты меня видишь? Ты меня видишь. Я тебя прошу, Евгений, только без осечки. Пожалуйста, никаких осечек. Оп! Живы. Мне вообще сейчас не до шуток, ребят. Такой нервоз сильный. Обратно в пещеру в эту... А! Значит, в первую очередь нам нужно... использовать отвертку, а потом все остальное принесем. Паук справа. Где паук? Вот он, вот он. Вот он туда ушел. А нам... А... Блин, нам не сюда. Куда же нам? Я забыл. Вот сюда? О, точно. Есть. Быстренько, быстренько, быстренько. Все? Что это за говно? Что это за говно? Где же мне взять резак? Что за лифт? Куда у меня... Давайте проверим. Ну, была не была. Он не работает. Быстрей! Стырку! Стырку! Блин, черт! Я же в дырку залез. День четвертый. Ладно, тут я признаю, что я запаниковал, как обычно. Паучок, я иду к тебе. Оп! Я спрыгнул как супергерой только что. Интересно, то, что меня этот паук сожрал, дало мне какие-нибудь суперспособности? Да, дало, я постарел на пару лет. Наверное, мне нужно исследовать полностью все эти пещеры. У меня очень мало попыток. Я могу сдохнуть всего раз. Давайте не будем его тревожить, пусть пройдет. А, молодец. Надо просто убедиться, что он прям ушел. Он прям ушел. Это хорошо. О, третий левел здесь. Какой-то адский тупик. Какое-то западло. Сок шотгана. И я не могу лишить себя этой палки. Ее даже нельзя здесь оставлять. Ее нужно вернуть обратно сначала. А потом уже забрать. Ой, как страшно и много всего. Слушайте, по-моему, паука нет рядом. Вот. Вот здесь все наше добро лежит. А, надо было за доброшом. Надо было за доброшом. Доброшом бежать. Добраш. Оружие во имя добра. Слушайте, ну раз он туда ушел, давайте палку, что ли, применим. Палку вот сюда можно. Скажи мне, пожалуйста, что это... О, бегай! Давай! Давай! Быстрее давай! Давай! Да! Отвертка дроп. А теперь нужно взять бобровик. Пожалуйста, только не в эту сторону ползи. Есть. Ребят, у нас сейчас будет дроп. А, да! Я должен попытаться прямо сейчас. Я должен знать. Да! Нет, я не этого ожидал. Ребят, мы почти у цели. Благо, мы еще один раз можем сдохнуть. Не хотелось бы, конечно. Я не люблю, когда впритык все. Но обычно так все и получается, поэтому кто знает, кто знает. Эта игра сто пудов какой-нибудь сюрприз мне вонючий подкинет. Куда я еще не ходил? Вот сюда я не ходил. Вот куда-то туда не ходил. Опа! Опа, он уполз. Это наш шанс. Пользуемся. Пользуемся, радуемся. Что это за шахта такая? Что? Кнопочка? Колесико! А, оно уже здесь. Рискнем, пойдемте, побежали. Что открылось? Вообще без понятия, что я открыл. О, смотрите, решетка.
Решетка же здесь была. Как же трудно понять, где он. За что? Нужно вот сюда, по идее. Нет, это вообще какое-то другое место. Это от колодца рукоятка. Она словно за пенсией пришла в окошко. Мне нужно забрать эту рукоятку. Я думаю, нужно сходить, посмотреть, что нам даст этот колодец. Просто если он даст нам резак для цепи, то все, мы победили. Ну, надеюсь. Так, сюда. Это что такое? Расти Падлок. Расти Падлок Ки? Каким образом он оказался здесь? Да что за приколы вообще такие? Кто еще? Какой-то Падлок говно. Ладно, я рад, что я сюда пришел, потому что этот баг... Ух, этот баг. Возвращаемся обратно в подвал. Окей, он ушел. Оно ушло. Значит, я могу здесь порыться немножечко. Ой, как много здесь где рыться. Вот сюда, например. А, очень удобно. Эть. Все. Еще можно вот сюда побежать. О. Здесь ничего нету. Да блин! Да как ты меня схватила? Мы все-таки впритык будем играть. Чертова игра! Я очень не хочу просрать сейчас. Куда ты выползаешь? Из того, что я еще могу предположить, нам нужно как-то использовать тот лифт. Так, открыть. Может быть, надо закрыть и потом поехать? Что это? Один и два.